Более 210 километров дорог отремонтируют и построят в Чувашии в этом году. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На некоторых объектах побывала наша съемочная группа. Сейчас подрядчик «Водорстрой» укладывает слой черного щебня. Это щебень более мелких фракций, смешанный с битумом. Он повышает износостойкость покрытия. После дорожники приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетона. В планах отремонтировать примыкающие дороги и укрепить обочины. Подрядчик заменит почти 7 километров автодороги «Аниш» к августу 2020-го. Этот асфальтоукладчик работает уже в Марпасадском районе на трассе «Волга-Марпасад». Здесь ремонтируют 15,5 километров дорожного полотна методом холодной регенерации. Подрядчик ТУЗ в график укладывается. Работы вышли на финишную прямую. Тракторостроители в Чебоксарах укладывают основание полотна по нечетной стороне. Почетные работы уже завершают, стелят верхний слой асфальтобетона. В рамках нацпроекта ремонтируют и мосты. Один из них – Сугутский. Одну половину откроют уже в конце лета. Часть дорог уже сдана. К примеру, вот это по 50 лет октября. Нацпроект не только про ремонт автомобильных дорог. Это устройство тротуаров, строительство линий освещения, остановок и пешеходных переходов, а также установка камер фото-видеофиксации. На реализацию проекта в этом году выделено почти 2,5 миллиарда рублей. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика.